Но рано души свои стратил, много лет в горах его искал. И от этой жизни в результате он свой громкий голос потерял. И от этой жизни в результате он свой громкий голос потерял. Загрустил от этой он причины и промолвил с горечью в словах: я теперь уж больше не мужчина, а всего лишь облако в штанах. Я теперь уж больше не мужчина, а всего лишь облако в штанах. Прошло более полувека, 56 лет, что ли, с тех пор. Но с тем не менее, как последних приятных этих писем, у меня остатки волос стоят дымом от ужаса. Он заплакал и пошел, рыдая, через реки, горы и поля. И лежала перед ним большая женщина, полная земля. И лежала перед ним большая женщина, полная земля. Какой ужас!